Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Обагёль, недалеко от моря. В хорошем месторасположении. Здесь продается четырехкомнатная двухуровневая квартира 3 плюс 1. Пустая. По очень хорошей цене. Балкончик. Маленький, но есть один. Так. Гостиная. Совмещенная с кухней. Второй балкончик. Есть бассейн, его чинят. Айда 200 лир. Я тоже на показах. Заодно и вам покажу. Третий балкон. Вот юго-западная сторона. Здесь построят люкс-проект. До моря 250 метров максимум. Рядом отель Asia Beach. Там пирс, хороший пляж также. Но плиты есть в некоторых частях. Есть трубочки. Можете поставить радиатор. Это регулятор для радиаторов. Здесь один можете поставить, второй туда, если захотите, но зимы-то такой большой нету тут. Просто эта зима была самая холодная. Кладовочка. Спальня. Здесь 11 квадратных метров как минимум. Еще один балкончик. А здесь труба, если ставите штучку. Еще один балкон. Что вам еще надо? Пара частей тоже в подарок. Дорогие зрители, цена этой квартиры 140 тысяч евро. Я поднимаюсь наверх. Смотрим дальше. Крайняя цена. Там мозги шпили-вили, нет, цена эта. Детская спальня. Таких цен тут нет. Я нахожу парк внизу, большой парк. Ай, санузел огромный, где-то 8 минимум квадратных метров. Форточка тоже есть. И здесь большая спальня, хозяйская. Здесь где-то у нас 17 квадратных метров. О. Будет очень жарко, говорят, на 5 градусов 30-го, что ли, июля. Так что из моря не выходим, под водой живем. Трубочку одну вытащите над морем, кто в Алании. И на эту трубочку сядет птичка. Так, дорогие зрители, во, вид на горы, вид на парк. На море нету, крепости Алании отсюда видна, вот кусочек. Море немножко видно, бочки видны. Огромная терраса, поставите сюда столик, стулик, зонтик. Маркизу сделать, если хотите. Бочки у нас, теплая вода оттуда вниз спускается. Зимой включает специально включатель до употребления душа. 20 минут заранее включаете, он нагревается, а потом пользуйтесь. Это на крайняк, если солнышко не будет светить. Лифт есть у нас. Нажму паузу. Спущусь вниз. На этаже у вас один сосед и два гномика. Так, лифт вместимый. 3-4 человека. Пятером будет интереснее. Вот дверь, как видите, открывается. Впервые вижу лифт. Вдвойне открывается в старом проекте, которому 14-15 лет этому проекту.
Так, выходим. Здесь лесенки. 5 ступенек. Садик ухоженный. И вся инфраструктура для жизни в шаговой доступности. Там открытая парковка. Здесь есть генератор. Вот фасад здания такой желтенький, красивенький. Все, звоните, пишите. +90 555 064 91 10.